Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой галактический футбол. Третий сезон, уже 9-я серия, соответственно. Black Bones там очнулся из комы, все вот эти вот мутки за мутки, миллион матчей, и мы продолжаем с вами смотреть. Волшебная энергия потока присутствует на каждой планете нашей галактики. Magical energy. На Акелиане ее называют дыханием. Мощь потока такова, что применение его разрешено только в галактическом футболе, самом зрелищном виде спорта во Вселенной. Завоевав два галактических кубка подряд, игроки команды Snow Kids стали настоящими героями. В футбольную лигу влились новые команды. Был организован межпланетный турнир. Как все эти перемены скажутся на команде Snow Kids? Ведь впереди еще много испытаний. Галактический футбол. В предыдущих сериях. Добро пожаловать. Странно. Поток паразитирует на его организме. А это означает резонанс. Симбая, ты видишь? Да, он тоже подвержен эффекту резонанса. И у них иммунитета нет. Ксенонс и Лайтнингс переходят в следующий тур. Следуйте за ними, только осторожно. Джок, пираты уверены в том, что случилось с Сони, виноват Феникс. Что? Лорд Феникс? Он такой, ты типа с первого раза меня не слышишь? 9-я серия. Тайна стадиона. Нас смотрит вся вселенная. Тайна стадиона какая-то. Футбол на Парадизе. С вами Келли и Норк. Привет всем любителям футбола. Скоро вы увидите интервью Келли в прямом эфире с капитанами нескольких команд. Но сначала мы обсудим сегодняшний матч между Ксенонс и Snow Kids. Мы столько футбола с тобой посмотрели. Сколько никто никогда не смотрел на Ютубе. Когда у нас будут интервью брать, типа... Как вам это великолепное произведение? Что вы можете сказать? Типа, в комментариях недостаточно вопросов. Ну, что тут скажешь? Матч будет сногсшибательный. Ксенонс — одна из лучших команд во всей Галактической Лиге. Все мы, конечно, помним их неудачные выступления в финале против все тех же Snow Kids. Тот матч завершился серией пенальти, если вы помните. Snow Kids победили 5-4. Будет ли сегодняшняя игра такой же напряженной? Узнаем. Необходимо отметить, что состав Snow Kids существенно изменился. Совершенно верно. Без Джока, Мэй, даже Юки, это совершенно другая команда. Даже Юки. Конечно, в обороне у них стоит великолепная Лунзия. Вот он, но да. Защита непробиваемой. Скоро узнаем. Да, без даже Юки. Ну, как бы, Юки занимала роль вратаря, а сейчас его занимает роль Ахита, поэтому, ну, как-то потери от того, что нету Юки, как-то сомнительны, как будто бы. А пока в прямом эфире Келли. Спасибо, Норк. Представляю вам гостей в студии. Синет, тренер и капитан Шэдоу с новым нападающим Мэй. Джок, капитан нового клуба Парадизия. И Рокет, капитан Snow Kids. Первый вопрос. Ты заметила, она позвала типа Snow Kids, говоря, и остальных кто ушли. Но опять здесь кого нету? Юки. А она вообще-то, если здесь Джок капитан, Рокет капитан, Мэй, ну типа, ладно, нападающий почти капитан, то Юки-то тоже капитан этих электро. Могла бы тоже позвать для приличия. Какая команда выиграет турнир? Я нисколько не сомневаюсь, что выиграет Shadows. Кубок будет нашим.
Мы всегда были смешанной командой. Я вот, например, с Акилианы. Да и потом, Snow Kids уже не те, что были раньше. Команда Парадизия — это темная лошадка, но придет она первой. Мы играем у себя дома, и мы всех разорвем. Вы настолько... У тебя дома, что ли? Это твой дом, нам вообще реально вместе. В Парадизии находится два дня, поиграл в одном матче, уже выпендривается, уже, как говорит, не в себя. Дома у себя играет. Может, ему гражданство дали? Типа, знаешь, он такой, он один из тех, кто такой сжигает гражданство Акилианы, потому что у него новое гражданство Парадизии. Только уверены в своих игроках? На все сто. С моими девчонками никто не сравнится. Моими девчонками. Вы тоже уверены в победе? У нас отличная команда. Мы готовы ответить на любой вызов. Мэй, у меня вопрос к вам. Что вы будете чувствовать, если Shadows доведется играть со Snow Kids? Для меня это будет просто игра. Мы все профессионалы, и скидок никто не делает. Игра есть игра. Трудно, наверное, будет играть против бывших одноклубников. Одноклассников, ага. Играть всегда трудно, особенно в финале. Рокет, готовы ли новые Snow Kids встретиться с Луром и его командой? Поживем, увидим. Спасибо, что выбрали для нас время. Пока что мне кажется, что выступление Рокета здесь самое мудрое. Все такие выпендриваются, Рокет такой. Ну да, мы просто сильная команда. Ну да, поживем. Да, нормально, он не токсичный, как остальные. И при всем при этом она такая, мы вообще-то профессионалы, я вспоминаю первую серию, где никто как будто первый раз в жизни мяч увидели, они такие, мяч, ох уж эти профессионалы. Там всем на поле. Вы все в отличной форме, но сегодня надо выложиться по полной и даже больше того. С Xenons шутки плохи. Даже я не ожидал, что они так хороши. Нельзя допустить ни малейшего промаха. Они всегда такие были. Так что смотри в оба. Буду смотреть в оба до конца матча. Странно, мы здесь не шутки шутим. Да, конечно. Тогда слушай тренера и мотай себе на ус. Да, тренер. А ты чё улыбаешься? Рокет, Рокет, на минутку. Я знаю, будет нелегко, но я на тебя очень рассчитываю. Ты моя темная лошадь. Он, кстати, тоже изменился. Он обычно так тоже... Помнишь, во втором сезоне в матче с Ксеноном, он такой, Ксенон, сложная, сильная команда, нам не справиться, ла-ла-ла, прям такой душнил, прям этот. А здесь он такой, да нормально, такой, на веселе, как будто этот... Ну они типа уже их один раз победили. На отдыхе он. Отдохнувший. Плохо Рокету, плохо болит. Итак, в эфире прямая трансляция четвертьфинального матча. Snow Kids против Xenons. Скоро прозвучит сигнал к началу. Не забудьте, что прямой репортаж с матча между командами Paradisia и Lightning начнется с небольшим опозданием. Мы будем держать вас в курсе, не волнуйтесь. Трудно сказать, какой матч заслуживает большего внимания, но болельщики не будут разочарованы. Snow Kids против Xenons на стадионе Арена. Сильные и матчи. Парадизия против Lightnings на стадионе Купол. Я тоже сильный. А мы начинаем репортаж со стадиона Арена. Ну, это мы видели, он постоянно так кричит. Рокетом запахло. Помню, в Неверболе ему проиграл. А это какой-то коротыш. Это не жилетка. Это куртка. Пуховик. Бейте вкус победы. Да блин. Что, реклама двигатель торговли? И этот туда же завидует. Готовы? Я, да. Готова. Что? Ах, да, прости, я готов. Ты не отвлекайся. Что ж, тогда начинаем.
Обычно Арч так стоит, типа как тренер пафосно команды раздает. А сейчас Артегер стоит, как раз раздает команды, это... остальные сидят за компами просто. Артегер такой, вот твой стол, садись. Я постою. Что ж, тогда начинаем. Ну что, ящерица, готов? Так, кто там? Луиза, вот это, Луиза. Луиза! В другую сторону. Луиза, чай принеси, Луиза. Так, Марк, давай, крученый-верченый. Да, вы вратаря копинаем, нормально. Но вратарь Ксенонс оказался на месте. Вот именно, что он оказался на месте. Он ему даже прыгать не пришлось. Он такой, спасибо, что в лапку мне пинаешь. Ничего, Марк, еще забьешь. Хорошо бы. А, это корабль. Как-то ты бледно выглядишь. Я просто... я воду не люблю. Еще немного. Конечно, после той истории с подлодкой я бы тоже не любил воду. И прямиком к стадиону Арена? Опа. Посмотри. Это что? А что? Они используют стадион как мега большую площадку Невербола и выкачивают у всех втихую поток? Это так работает? Прячемся скорее. Ну да, так вас и не заметили. Успеем, пока люк не закрылся. Давай. Нормально. Так сказать, в жопку арены залетели. Так это и есть стадион-арена. Здесь используют поток игроков, как в нелегальном, беспоточном футболе. Да, только в больших масштабах. Запасы мультипотока. Ну, надо сообщить Корсо. Сигнал не проходит. Тогда возвращаемся. Смотри, они вернулись. Посторонние, не двигаться, вы окружены. Что делать будем? Пока не знаю. Реально. Пираты, галактическое отребье. Посадите их под замок. А ты кто, позволь спросить? Проявлять излишнее любопытство. Не пытайтесь связаться со своими. Отсюда сигнал не проходит. Господа, мы скоро увидимся. Слишком вы с ними любезны. Грешен, каюсь. Но Феникс пока что добрый, как будто бы. Приближается конец первого тайма. Счет в матче Snow Kids Xenons так и не открыт. Я ожидала более результативной игры. Внимание на экран. Мяч у центрального нападающего Xenons. Так забавно стоят, ты заметила? В позе шестерки, типа 2-2-2. Центрального нападающего Xenons. 2-2-2. Если нам сейчас забьют, ребята могут сломаться. Внимание, Snow Kids. Сделайте его. Защиту на полную. Ахита. Вратарю на выручку приходит Лунзия. Ну это угловой удар, Лунзия, ну ты чё? Умница, Лунзия. Всем остальным повнимательнее в защите. Так сейчас угловой. Это что лучше? Я же говорил, она классно играет. Не перехвали. А угловой будет, нет? Капитан команды Xenons готовится пробить угловой. Угловой вообще всегда напряжный. Не знаю, сколько раз не играл в футбол. Ну, Лунзи, давай. Ахито на месте. Молодец, Ахито. А потому что он в оба, вот это вот. Перенесемся ненадолго на стадион Купол, где как раз начинается матч между Парадизией и Лайтнингс. Ну
так, я за Лайтнингс. Ну тут стопудово я за Лайтнингс. Давай, Уоррен. Уоррен, тащи, Уоррен. Не спать. Отберите мяч. Штрафной так нельзя, он толкнул. Вот это была явная подсечка, грубая. Была, конечно. Но робот-судья думает иначе. Робот, ты дурак. Подсуживают их. А почему робот подсуживает? Давайте догадаемся. Ну потому что, наверное, вся команда Парадизи это дроиды, а он такой типа, блин, ну я за своих горой. Нет, тут ничего не было. Ну конечно. Скорее дело в Фениксе и в этой бабёхе, типа. Блин, ну там точно было нарушение, стопудово. Еще и гол забили в ответку. Гол! Парадизия выходит вперед. До чего же докатился футбол? Не говори, Уоррен, это вообще не футбол, это фигня какая-то. Yes. Вот так. Отлично. А что ты радуешься? Тебя подсуживают. В пользу Парадизи. И Лайтнингс начинают атаку. Учитывая неспортивное поведение Джока, мои симпатии на стороне Лайтнингс. Вот, вот, вот она, молодец. Она Вот, правильно, Уоррен, надо молнию использовать. Перехватит. Уоррен, гол. Молодец, Уоррен, ты же моя лапочка. Мяч в сетке ворот, и счет в матче сравнялся. Блин, Уоррен еле-еле играет. На стадион Арена. Хромает, не могу. И Ксенонс. Так, Лунди, пас. Так, пас, Рокет бежит, ну! Гол, Рокет! Так, нельзя, это незаконно. Какой опасный удар. Рокет, что с тобой? Голова. Чисто два инвалида играют, короче, что Рокет тут хромает на этом поле, что Уоррен на том поле хромает. Я не понимаю, почему Лур не хромает, потому что Лур тоже как бы был в сфере. Мне кажется, у Лура просто силы больше. Может быть, а может он просто с этими девчонками не соприкасался. Ну, может быть, ты прав, что это весь стадион. Либо мяч, который не пинает. Ну, что-то такое здесь явно. Где-то кто-то что-то качает, нефть качают только так. Незаконная врезка нефти, статья Уголовного кодекса, если что. Коуч, тренер, мне нужна замена. Рокет, ты нужен на поле. Какая замена, если никого кроме тебя? Если соперник решит, что вы дали слабину, он вас порвет. Продержитесь. Попробую. А что значит, мне нужна замена? Замена на кого? На никого? Ну тут как бы из вариантов. Вот именно, здесь из вариантов отправить Симбаю, отправить Клэмпа или отправить этого Артегар. Ну я за Артегар. Хотя он тоже там сломается. Да, замену сделали бы в виде Арчи молодого. Вот. Ему нужен отдых. После игры отдохнет. Я согласен. Выбора у нас нет. Вы за ним приглядываете. Так, Лунзе, пас, Рокет опять. Так, Рокет, пас, ага. Подержи, тебе бежит. Осталось немного. Это то? Ну ладно, здесь можно. Ладно. Так, кто там? Кто там маленький? А, это ты. Ты вообще что тут делаешь? Это в мяч было, в мяч было. Ты что, в свои ворота бьешь? Куда ты бьешь? Такой плей гениальный. Необычная тактика. Правильно, вот так вот тут. Нормальная эта подставка. Но я бы на месте робота, который там следит за я бы как бы им штрафную это прописал за такое. В смысле, ты используешь голову противника как подставку для своего прыжка? Как-то немножко, может, не больно для противника, хотя если ты так прыгнешь кому-то на голову, скорее всего, ты свернешь шею. Но это как минимум неэтично. Там Ахита в шоке. В смысле, что ты делаешь? В смысле, своего рода. Как ловить? Молодец, Тиа! Мы еще не победили, смотри. Ты куда бежишь? К воротам соперника. А где защита? Истекают последние секунды. Где защита? 1-1! И матч окончен. Сноукидс побеждают со счетом 1-0 и проходят в полуфинал. Жалко, слили Лура слишком быстро. Нормально. А ты молодец. Спасибо.
Тиа выложилась, чтобы помочь Рокету, а не команде. Загоняли мы его. Похоже, что да. А мы с вами возвращаемся на стадион Купол, где счет в матче Парадизия Лайтнингс по-прежнему равный. Команда Парадизия играет зачастую крайне опрометчиво, однако воспользоваться ее ошибками у Лайтнингс никак не выходит. Так, я за Уоррена. Где Уоррен? И мяч Уоррен, ну... Так они ведут игру, алло, у них даже мяч нельзя отнять, что за дела, так нечестно, дайте мяч. Мяч снова в воротах. 2-1 в пользу Парадизии, матч завершен. В полуфинал выходит Парадизия, темная лошадка капитана Джока. Удивляешь ты меня, Джок, был отличным игроком. Ну, а скатился. С кем стал? Вот ты, с кем ты стал? С кем стал? А, иди посмотри в зеркало, кем стал. Позорище. Папка, не прости. Позорище третьего сезона. Были у меня определенные сомнения, но больше их нет. Это был ваш самый трудный матч, и вы отыграли его как надо. Лунзия, тебе отдельное спасибо. Молодец, Лунзия. Рокет, ты выстоял, молодец. А теперь внимание. В полуфинале отдыхать будет некогда, так что хорошенько отоспитесь сегодня. А ты не мог говорить менее формально, а просто по-человечески? Я старался. Реально. Не стараться надо, а делать. А ты давай не умничай. Кто-то же должен. Ты же нормальным был. Пошли отдыхать. Нет, реально. Он же вообще адекватным был полностью. Не знаю. Советы годные давал. Клэмп? Состояние Сони не ухудшается, это уже хорошо. Буду держать тебя в курсе. Спасибо тебе. Так Сонька проснулся, мы видели, вот этот помог. Победа почти у нас в кармане. А вы от меня больше ничего не скрываете? Ты чем-то недоволен? Только не тобой. Ты отлично сыграла. Вы все молодцы. Это касается только нас двоих. Вы когда-нибудь слышали о таком Сони Блэкбоунсе? Одиозная личность. Разумеется, слышал. Так вот, это мой отец. Что ж, родителей не выбирают? Ему стало плохо после встречи с вами. Молитесь, чтобы он поправился. Или можете сами играть. Я уверен, что скоро он пойдет на поправку. На Парадизии долго никто не болеет. Конечно, потому что тепло, и море, и солнце, и пляж. Ну да, я бы тоже там не болел. Я бы тоже. Надо менять место дислокации, тебе так не кажется? Надо ехать отдыхать, вот что я скажу. Ну нет, отдыхать это на время. А потом опять приезжаешь в кол, ты болеешь. Надо менять место дислокации, чтобы не болеть. Здесь был Блэкбоунс. А ты что здесь везде следишь, слышь? У тебя что, черный костюм? О, нифига, у тебя ниндзя-костюм. Ты что, шпионка? Ты Totally Spies, ты мне скажи. Вот это вот четвертое, которое появляется там. А где Сони? Не знаю. Записка. Спасибо за помощь. Это от Сони, коротко и ясно. Надо сообщить Корса. Он и так скоро объявится. Она что, полетела? Какое странное движение. Просто полетела. В никуда. Медленно прыгнула. Арч, не ожидала. Ты извини, я тут малость закрутился. Да с этим турниром ни минуты покоя. Впрочем, неважно. Я хотел спросить, может, поужинаем сегодня вечером? Прости, сегодня никак. Только не говори, что ты на свидание с Артегером. Извини, что скажет, в любое время можно, но не в три. Он говорит, что 4. Нет, 4 тоже не могу. Не, а на самом деле, ты видишь, она как глаза отводит от Арча. Скорее всего, она с Артегером уже на свидании. А потому что Арч уже 8 лет прошло, он все еще не может там нормально с ней мутки замутить. Конечно, она уже более солидного мужчину выбирает. Goodbye. Пока. Пока. Артегар! Пошли перекусим. Вы на свидание? Тактику обсудим. Я бы рад, но у меня интервью. Меня до сих пор считают спецом по Shadows. Ясно. Ну ладно, в другой раз.
Вот так вот ты. Одинокий Арч. Ты да и все. В чем дело? Сэр, Беннет и Арти так и не вернулись. На вызов не отвечают. С ними явно что-то случилось. Шепс. Обыщите окрестности стадиона Арена. И на дне посмотрите. Слушаюсь. И Сони пропал. Не дождетесь. Сони! Сони! Где ты был? Потом расскажу. Сначала надо отыскать Арти и Беннета. Включить все поисковое оборудование. Если потребуется, обшарить всю планету. Но парней надо обязательно найти. А где остальные пираты? Почему вас так мало? Почему, где ваша компания из 20 человек, там, не знаю? Гиб-гиб, ура! Сейчас опять тусы улетят. Мне вот так поздно всегда плавают. Майк Райс, притормози. Темнеет уже. Вдруг опять шорты потеряешь. Вот-вот. Смешно, ничего не скажешь. Волна! Валик, опять? Ты там живой? Вполне, даже шорты на месте. Предлагаю на скорость. Кто жалко. Последний на берегу, тот... Дважды уже не смешно было бы. Давай. Акула? Подлодка? Что за планета? Все не как у людей. А может реально какая-нибудь рыба большая? Такой ходит одинокий. Не с кем потусить. Понял. Дим? Я что, сверхразум этого мультфильма? Я вообще как это делаю, вы мне скажите, как я это сделал? Я же еще даже не знал, она же даже ничего ему не отказала Арчу. Она просто глаз в сторону отвела, вот так, она такая смотрит на Арчу, оп, и все. И я тут все сразу себе, все, вот все себе все построил. Все прочитал. Все прочитал, что она пошла на свидание с... Ну это вот для меня это личной неожиданностью. Я вообще, я гений! Да, ха-ха-ха-ха-ха. До дна? Я даже знаю, Артегар как к ней подкатил. Он сказал, вот, Надим, если будешь со мной, я тебе предложение через неделю сделаю. Арш, смотри, 8 лет все не может сообразить, что надо делать. Через неделю обещаю. Она такая, блин, ну реально, мне-то как бы... Я-то с годами не молодею, мне уже под 50, наверное. Ну как бы пора последний шанс вагона увозить. Все, чурится. Ясно. Не нравится. А ты что тянул? Никогда не рассказывал. Еще бы. Но самое главное сейчас, это вернуть нашему Арчу уверенность в себе. И поскорее. Ладно, они, оказывается, по хорошему поводу тут. Спасибо, Артегар. Они по хорошему поводу, да, потом скажет, Артегар, ты мне не друг, иди отсюда, здесь у тебя вообще плохой тренер, вот Надим скажет, не звони мне больше, ты мне не нужна, и все, и потеряет вообще всех друзей на свете. Спасибо, что помогла мне сегодня. Я уже на ногах еле стоял. Как здесь красиво. Это самый настоящий рай. Да. И нормально. Вокруг никого. Тия, я хотел давно с тобой поговорить. Это о чем же? Что-то странное тут творится возле стадиона Арена. Да ну? И что именно? Мини-подлодки, роботы-охранники. Это подлодка была. Значит, тут есть что скрывать. Красивый кадр. Какой-то. Значит... Вот так давай. Короче, что скажешь? Да, продолжается сюжет просто и все. Ну, как бы, хорошо идем. Хорошо идем. Мне третий сезон только с каждой серии все больше нравится. Серия так, знаешь, называлась, типа, что-то там тайна стадиона или что-то такое. Я думал, прям реально тайну раскроют. Но нам, конечно, показали. Не раскрыли, но показали. Да, такой намечек дали. Типа, додумай пока что сам, а расскажем мы тебе попозже, скорее всего. Я думал, все сразу сейчас прям вывалят. Прям вот много информации. А тут как бы, пока что не... Потихонечку, позами дают. Да, и как будто бы серия не соответствует названию, не знаю.
Вот. Да, она хорошая. И еще, смотрите, у нас осталось 3 матча всего лишь. Вы понимаете, 9-я серия, 3 матча. У нас остался полуфинал, в котором должны участвовать вот Snow Kids, Парадайсы. Ксеноны. Нет, ксеноны вылетели. Ой, да, точно. Shadows. И еще какая-то 4-я команда. Вот они друг с другом, и другие друг с другом, и финал. Все, 3 матча. То есть... И синие твои. Синие тоже выбыли. Блин. Ань, ты вообще здесь, нет? Ты где? Короче, вот. И, соответственно, мне это немножко настораживает, то, что нам дали такое большое количество матчей. Я боюсь, что сейчас покажут и матч, и все, и больше матча не будет. Или сейчас сделают огромный перерыв, или растянут это, знаете, не будут показывать матчи, а покажут только вот эти 3 матча, 3 серии выделят на них там, например, 15-е, 20-е и 25-е, да, грубо говоря. То есть меня это немножко настораживает. Я бы хотел, чтобы, ну... Мне кажется, здесь будет какой-то нетипичный финал в этом. Да, может быть, этот чемпионат закончится и пойдет чемпионат Галактики уже. То есть, не знаю, пока тоже с этим все непонятно, но пока, конечно, интересно. Угу. Ладно, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там вообще анонсы. Подписывайся на бустер, а не доступ эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.